Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, заявил заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен Цви, подчеркнув, что неизвестно, состоится ли именно полноценная встреча, пишет «Взгляд». Это все находится в процессе. Будет ли такая встреча, я еще не знаю. Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока не ясно, передает его слова РИА Новости. Бен Цви также отметил, что российские и израильские военные продолжают контакты после инцидента с самолетом Ил-20. Механизм деконфликтинга работает. Наши отношения намного более развиты, чтобы это прекратило наши встречи, добавил он. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина есть только встреча с американским коллегой Дональдом Трампом, но, возможно, и общение на ногах с Нетаньяху.